Так, вот мы, значит, имеем здесь студию. Студия 3. Сколько нет? Сколько квадратных? 29 квадратных метров. Ага. А северная сторона, в этой комнате не будет никогда жарко. Ага. Вот этот участок земли не принадлежит застройщику, никто не знает, когда тут, что бы то ни было, будет. Она его арендовала, но, как видите, уже 2 года здесь никто ничего не делает. Вот. Дверь открыта. Ага. Вот для проветривания. Тихо, спокойно. В основном большинство здесь покупателей — это тайцы, хорошие семьи. Иногда это тайско-европейская семья. Много русских, много казахов. Вот. Цена-качество просто потрясает. Здесь, получается, можно найти просторный апартамент всего в 150 метрах от моря. Большинство мебели все встроенное. Застройщик имеет свою компанию, мебелированную, которая прямо здесь на месте как раз и собирает мебель. Довольно такая глянцевая поверхность стоит очень много. Обычно мебель, там, например, как в лагунах, она примерно будет стоить там 25 тысяч бат, 30 тысяч бат, чем больше там, не включайте их. Здесь чуть подороже, она глянцевая, она веселенькая, такая модненькая. Так, то есть все, что здесь есть, это все как бы уже входит, да? Скорее всего, да. Я еще раз уточню, ага. Почти здесь почти тут. Я думаю, потому что вот этот детский, он зачем? Я не уверена, что он входит, но я все время забываю его спросить. Я так понимаю, что мы смотрим именно ту квартиру, которую вы мне предлагаете купить. Да. Да. Так вот, интересно. Именно она продается. Очень много людей еще вот сюда. Так, а с какой стороны у нас море? Вот там, да? Да. И сколько метров, вы говорите, до моря здесь? 150. Ну, мы как раз вот хорошо сюда проедем. Так, ну вот так. И вот эта входная дверь у нас, да? Да. Ага. Полная. Так, а вот как насчет оплаты? 1 400 000, вы сказали, она стоит, да? И как я должна это, если это вторичка, надо сразу или как платить? Нет, как мы ранее обсуждали, вам нужно было сделать счет и на счет переводить. Вначале вы бронируете, составляем контракт, владелец ставит ее на холд. Как вот сейчас до этого было предложение, внесли депозит, он убрал ее, потому что не смотрели. Он убирает ее с продаж. Депозит сколько? От 50 до 100 тысяч, в зависимости от того, насколько это вам будет. Вот. Депозит невозвратный, это гарантия того, что вы будете... Ну, это понятно, да, это везде это. Но если продавец откажет, то я не знаю. 20, 80. Так, да, вот такой коридор. Это тайский застройщик. Да, вот такой вот вход. Это гараж, да? Это, да, это подъезд. Вот так, одна из трех подъездов. Это бассейн на первом этаже. Это бассейн, и что? Ни сауны, ничего такого нет, да? Ага. Понятно. Вот такой бассейн. Здесь туалетики просто-напросто, переодевалочки. И вот такие вот лежаки. Ну, все очень аккуратненько, все очень скромненько, но неплохо. 25 бат. Обслуживание за квадратный метр. Да, а вот такой тренажерный зал. Ага. Декорацию. Есть еще один типа тренажерного зала прямо с... Так, вот он смотрится так снаружи. Это здание. Оно восьмиэтажное.